Всем привет! И сегодня мы выполняем домашнее задание по учебнику Next Move Students Book 1, страничку 76 по просьбе нашего подписчика. И сегодня у нас ревью, просмотр, то есть мы по сути выполняем контрольную работу. Vocabulary unusual animals. Словарь необычное животное. Задание 1. Complete the words with the missing letters. Закончите слова с пропущенными буквами. Pygmy goat. Tarantula. Python. Пиренья. Хисин. Кокроуч. Пэрот. Стик. Инсект. Фрог. Джайант рэббит. Лизард. Переводим. Пигмейская коза, тарантул, питон, пиранья, шипящий таракан, попугай, палочное насекомое, лягушка, гигантский кролик, хамелеон. Задание 2. Parts of the body. Части тела. Complete the sentences with these words. Закончите предложение с этими словами. Слова, которые в боксе, я отмечу цифрами. A python has got a small head and a long body. A dog's got four legs, but a stick insect's got six. A cat's got a long tail. A giraffe's got a long neck. We've got 10 fingers and 10 toes. A dent of my leg is my foot. At the end of our arms, we've got hands. A paw is the name for a dog's foot. A parrot flies with its wings and eats with its back. Beak. Переводим. У питона маленькая голова и длинное тело. У собаки 4 лапы, но у палочного насекомого их 6. У кота длинный хвост. У жирафа длинная шея. У нас 10 пальцев на руках и 10 пальцев на ногах. В конце моих ног моя ступня. В конце наших рук у нас кисти. Лапа – название ноги собаки. Попугай летает с помощью его крыльев и ест с помощью его клюва. Переходим к заданию 3.
Match the descriptions to these words. Соедините описание к этим словам. You do this on water, kayaking, surfing. You do this on in music lessons, singing. Playing an instrument. You do this on in art lessons, painting. You do this in a tree, climbing. You write something in this activity, pony trekking. Mountain, biking. You walk a long way in this activity. Hiking. Переводим. Ты делаешь это в воде. Каякинг, серфинг. Ты занимаешься этим на уроках музыки, петь, играть на инструменте. Ты делаешь это на уроках искусства. Рисуешь. Рисование. Ты делаешь это на дереве. Взбираться. Ты катаешься на чем-то. На этой во время этой активности. Катание на пони. Катание на горном велосипеде. Ты ходишь много с помощью этой активности. Поход. Все слова из бокса мы использовали. Переходим к заданию 4. Read Maker's Diary. Complete the words. Weather and seasons. Погода и времена года. Прочитайте дневник Maker. Закончите слова. I love winter in Japan. It's very cold. Today is snowing. I can go skiing soon. In spring, we have hanami. We look at pretty pink flowers on the trees. It's nice and warm at this time of year. It's raining today. I don't like this weather. Summer is here. It's very hot and sunny. It's autumn. There are red leaves on the trees. It's cloudy and foggy today. It's very windy too. Переводим. Я люблю зиму в Японии. Она очень холодная. Сегодня идет снег. Вскоре я смогу покататься на лыжах. 7 апреля. Весной у нас ханами. Мы смотрим на прекрасные розовые цветы на деревьях.
Это превосходно. В это время года хорошо и тепло. И 15 июня. Сегодня идет дождь. Я не люблю эту погоду. 27 июля. Лето здесь. Сегодня очень жарко и солнечно. 2 октября. Сейчас осень. Сегодня облачно и туманно. На деревьях красные листья. Сегодня также очень ветрено. Переходим к заданию 5. Food and drink, еда и напитки. Put the words in the correct categories. Поставьте слова в правильную категорию. Эти слова я снова отмечу цифрами. Dairy, cheese, yogurt, fish, salmon, tuna, prawns, meat, chicken, sausages, ham, fruit and vegetables, bananas, broccoli, tomatoes, drinks, water, tea, 15. Carbohydrates. Pasta. Bread. Eggs. Rice. Переводим. Молочные продукты. Сыр, йогурт и рыба. Лосось, тунец, креветки, мясо или мясные изделия, курица, сосиски, ветчина, фрукты и овощи, бананы, брокколи, томаты, напитки, вода, чай, сок. Углеводы. Паста, хлеб, яйца, рис. Переходим к заданию 6. Adjectives. Прилагательные. Complete sentences with these words. Закончите предложение с этими словами. И снова эти слова я отмечу цифрами. I love this food. It's delicious. Giant rabbits are very large. Be quiet. Your brother's sleeping. I hate cockroaches. They are disgusting. I'm nice and
clean after my shower. I'm always dirty after playing football. That parrot talks a lot. It's very noisy. We're having a wonderful holiday. I love it here. Переводим. Я люблю эту еду, она вкусная. Будь тише. Гигантские кролики очень большие. Будь тише, твой брат спит. Я ненавижу тараканов, они отвратительные. Рад и чист после моего душа. Я всегда грязный после игры в футбол. Этот попугай, тот попугай, много разговаривает. Он очень шумный. У нас волшебный отдых. Мне нравится здесь. Все слова из бокса мы использовали. И мы выполнили всю страничку 76. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новых готовых домашних заданий по английскому языку. И всем пока!